Итак, дорогие друзья, мы продолжаем серию прямых трансляций. У нас была небольшая техническая пауза. Связана она с тем, что команда Japan Tobacco, или как мы ее назовем сокращенно, JTI, не смогла всем своим составом явиться на матч. В итоге техническое поражение 0-3. С одной стороны, печально, с другой стороны, можно порадоваться за техническую победу Газпром Интернешнл с, соответственно, обратным счетом. Сейчас на площадке у нас в синей форме команда «Спецсвязь Россия», в форме красного и белого цветов команда «Комус». «Комус» сегодня на поле уже выходил. Со счетом 1-2 уступил «Газпром Энергохолдингу», но смотрелся очень здорово. Да, конечно, и счет 1-1 был зафиксирован в матче противостояния «Комуса» и «Банка Москвы». Для «Комуса» это фактически первый тур. Только сегодня они начали выступление в нашем соревновании. Ну, так уж календарь определил их судьбу. Начинать не сразу, а с небольшим запозданием втягиваться в наше соревнование. «Спецсвязь» напротив, в первом туре провела целых 4 матча, одержала 3 победы. Уступила при этом своим прямым конкурентам «Газпром Энергохолдингу». У «Спецсвязи», помимо вышеназванного поражения 1-2, победы 2-1 над «Татнефтью», 2-0 над «Газпром Интернешнл» и 2-1 победа над «Банком Москвы». В общем, «Спецсвязь» отыграла неплохо, но не встречалась с ВНИА, одним из лидеров, и с командой «Комус», которая, от которой, точнее, ждут в этом сезоне очень и очень многого. Итак, давайте о составах. У нас играют сегодня за «Спецсвязь России». На воротах Антон Совпель, полевые. 14-й Андрей Белухин, 23-й Алексей Сессин, 4-й Денис Холодков, 12-й Антон Малыхин, 6-й Виктор Пескунов, 10-й Владислав Дударь. «Комус». На воротах Игорь Чекунов. Второй — Дмитрий Кучинский, он полевой игрок. Вместе с ним также полевые. 13-й Алексей Смехунов. 3-й Ален Лович. 6-й Денис Румянцев. 10-й Вахтанг Мепришвили. 15-й Павел Халецкий. 14-й Константин Никитин. 17-й Максим Коршунов. Но вспоминаем мы «Комус» образца полуторалетней давности. И не хватает вот по сравнению с тем составом сейчас Алексея Локтева, Андрея Гортунова и Дениса Ботоногова. По сравнению с предыдущим матчем присоединился Вахтанг Мепришвили. 10-й номер. Вот сейчас делал передачу на 25-го. Да, вот снова Вахтанг с мячом. Самый спокойный, в игровом плане самый неспешный. Но не будем называть его медлительным, это не так. Самый выдержанный. Когда вот мяч до него дойдет и попробует Мепришвили пойти вперед, вы поймете, что я имею в виду. Относительно «Спецсвязи» и изменений в составе, ну вот на протяжении прошлых трансляций мы много раз обращали внимание на то, что состав по сравнению с прошлым сезоном изменился. Нету Строганова, нету Погорелова, нету еще нескольких игроков. Остался Денис Холодков. Это важно, это нужно. Пескунов и Воробьев тоже в составе. Так что вот эта вот знаменитая тройка функционирует, как и ранее. Вот на скамейке сейчас два футболиста. Как раз среди них Пескунов. Поэтому замены в составе будут. У «Комуса» скамейка подлиннее, но ротирует состав не слишком часто. Так что вот те четверки, которые сейчас на поле, они являются основными. Пять минут уже практически сыграно. Ну, ни одного такого опасного момента вроде бы не было. Осторожная игра. Разведка даже не боем. Все равно такой подготовкой. Вот первый удар по воротам опасный. Холодков сам не стал разворачиваться. Боится рисковать.
Быстро разворачивается контратака у Комуса. Будет ли удар? Ну, этот перевод на фланг был, наверное, лишним. Удар. Вратарь реагирует. Вот недоразмял кисти, пальцы, поэтому вот так болезненно потряс руками после этого сейва. Удар издалека. Силы-то какой. Богатырской. Аут. Почти угловой. Не перешвели. Очень удачно прошла его передача. Казалось, никаких шансов на это нет. Еще один очень выверенный пас. Контратака. Хладков справа бежал. Можно было ему давать. Да, после двух матчей Комуса Игорь Чекунов, вратарь Комуса, заставил о себе вспомнить. О себе, о своем присутствии, о мастерстве высоком. Пока очень надежен. Нету никакой его вины в пропущенных сегодня мячах. Когда это было возможно, даже теоретически спасал. Хладков прерывает диагональ. Сохраняют мяч комусовцы. Казалось уже, что должны потерять. Атака по принципу три шага вперед, два назад. А может даже три вперед и три назад. Ну, чем ответит спецсвязь? Через центр перешли. И все. Пискунов. Сам пошел в обводку. Хладков. Нет, снова назад. Хладков! Далеко, далеко. Сам Денис недоволен. И вот что подозрительно, у спецсвязи сегодня не приехала их группа поддержки. Первый раз такое вижу. Никто не машет флагами. Опустела, как говорится, без них земля. Но в данном случае наши трибуны. Шел там. Что там случилось? А, здесь все ясно, да. До сигнала судьи, видимо, решил мяч вводить в игру. Скунов мяч потащил. Хорошо. Зидан занервничал после такого финта. Неужели кто-то научился делать его так же здорово? Ну, конечно, не так же. Угловой. Ну что, комусовцы просили пенальти? Конечно, нет. Никто прострел не замкнул. Заканчивается первый тайм. Ждем продолжения. Пока 0-0. Спецсвязь и Комус.
спецсвязь Комус продолжают свою игру. Счет 0-0. Моменты возникают достаточно редко. Ну, зато и у тех, и у других. Равный футбол. Счет полностью отражает ход событий. Качество игры довольно высокое. Мяч постоянно держится в поле. Немного мы видим ошибок. Был ли сейчас рикошет? Нет. Будет удар от ворот. Чкунов его вводит. Спокойно на ближнего. Ближний — это Мебришвили. Контратака. Прошел пас с левой ноги, бил Пискунов. Но здесь Чикунов. Великолепная диагональ, ну, обидно. На Хладкова пас. Ну, вот сейчас Хладкова противостояла Мапиришвили. Ну, любопытно было бы посмотреть на их столкновение. Здорово. Здорово. Было бы еще интереснее, если бы Мапиришвили не только мяч прокинул, но еще и сам пролез между ног у Холодкова. Холодков. Пас. Ну, не прошел прострел. Широко пытается играть спецсвязь, задействует фланги, и сейчас поле очень разряжено. Мапиришвили снова хорош в дриблинге. Вот и ответ. 3 в 2. Можно забивать. Холодков. Будет скидка. Да, да, да. 1-0. Спецсвязь выходит вперед. Денис Холодков. Изменится как-то рисунок игры после первого забитого мяча? Я думаю, что незначительно. Комус и без того шел вперед. А спецсвязь на одном не останавливается. Да, здесь главное мяч не потерять, а то пойдет опаснейшая контратака. Скунов с носка. Влупил в итоге угловой. Пять минут.
еще осталось. Серия отборов и потерь. Чей мяч угловой. Спецсвязь подает. И еще один угловой. Нужно повторить. Холодков! Удар, да, в Чекунова. Время идет. Заброс снова на Холодкова, но здесь нужно было Холодкова 1.5-2, чтобы дотянуться. И Пришвили. Аут в пользу красно-белых. Уже 3 минуты. Их предательский для Комуса секундомер. Комус, я еще раз напомню. Первый матч сыграл в ничью, затем уступил. Так что сейчас ошибаться нельзя. Впереди еще, конечно, будет матч против GTI. Комус испытывает по поводу этого матча значительные надежды. Но 4 очка по итогам 4 матчей не самый лучший результат. Вдвоем против одного Холодков. Ну зачем? Ну зачем? Человека обидел. Передачу не дал Пискунову. Пискунов. Там чистый был подкат, да. Холодков до конца шел, но извинился перед Чекуновым. Ох, удар! Дриблинг не удался, но в итоге угловой. Перехват. Да, тяжело пройти Мепришвили. Тайм-аут просит спецсвязь, получает его. Итак, у Комуса выходит полевой игрок вместо голкипера. У спецсвязи все по-старому. Ну, Холодкова отправили отдыхать. После того, как не сделал передачу на Пискунова. Надо остыть. Охладить немного.
голову и пыл. Спецвязи нужно покатать просто мяч. Не торопиться. Но сделать это тяжело. Комус высоко прессингует. Ибришвили. Так, вышел, да, опять как раз полевой игрок вместо Чекунова. Ибришвили. Обратно. 40 секунд. Понятно, что Комус сейчас думает в первую очередь о ничьей. Да, последняя минута пошла, уже 30 секунд играются чистого времени. Удар! Опасно было. Комус любит и умеет забивать на последних секундах. Комус и HSBC. Но они в принципиально разных дивизионах играют. Не дивизионных конференциях. 17 секунд. И пришвили. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь можно винить только себя. Пискунов, ну 10 секунд осталось мяч подержать. Можно было и на ближнего давать. Свое мнение на сей счет. Все. Истекло время, отведенное на этот поединок. 1-0. Победа в спецсвязи.